Мед, чай, хлеб, сладости, соленья, вино, молочная и мясная продукции. Ассортимент – более 1200 наименований. Свои товары на выставку продукции кубанских производителей в Сочи привезли 43 компании пищевой и перерабатывающей промышленности. Цель презентации – продвижение товаров местных производителей на потребительский рынок и санаторно-курортный комплекс края. Данное мероприятие мы уже шестой год проводим, и мы видим от этого пользу, и производители в этом заинтересованы, и потребители выпускаемой продукции. Сегодня стоит задача – это и удешевление этих продуктов питания, соответственно, напрямую, минуя посредников, чтобы была выстроена работа по поставкам продовольствия. На выставку приехали предприятия со всей Кубани, о качестве товаров которых знают уже и далеко за пределами региона. В их числе и сочинские производители чая, колбасы, хлеба и меда. Из города Сочи представлено порядка 12 предприятий. Это мясоперерабатывающих, либо пекарные отрасли, пчеловодство и чаеводство. Принимают активное участие в данных выставках, и по результатам, соответственно, мы смотрим, сколько соглашений, договоров заключено. Это в любом случае новый сектор сбыта для наших организаций. Сочинские компании на выставке представили все самое вкусное и свежее. Клиентов пытались привлечь ярким оформлением, приглашали на дегустации. Краснополянская станция пчеловодства, например, привезла на презентацию настоящих серых горных кавказских пчел. Сегодня ученые продолжают работать над сохранением этой породы насекомых. Мы хотим, чтобы наши станции узнали, вернее, вспомнили о ней. Ей 55 лет в этом году исполнилось. Очень хотелось бы, чтобы все возобновилось и работа продолжалась. 4 месяца мы как реорганизовали, стали филиалом Федерального научного центра пчеловодства. Пчелохозяйство планирует развивать и агротуризм. Популярный сегодня в Сочи способ знакомства туристов с местной продукцией. Что касается выставки, то до Сочи она уже побывала в Ейске, Анапе, Геленджике и Темрюке. В списке на ближайшее время Туапсе, Армавир, Кропоткин и станица Павловская. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.